Сотрудники регионального управления ФСБ задержали двух диверсантов. Они готовили теракт на участке железной дороги в поселке Томаровка Яковлевского округа. Как сообщили в ведомстве, действия злоумышленников могли привести не только к нарушению транспортного сообщения, сходу с рельсов поезда, но и к жертвам среди населения. Задержанные планировали снять все на мобильный и выложить в сеть. Кроме того, известно, что диверсанты направляли на один из украинских сайтов сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. С началом боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Нами было запланировано ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и путем ослабления крепежей. Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете. Сотрудниками ФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность двух граждан России, сторонников украинского неонацизма, готовившихся к диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области. Подозреваемые дают признательные показания. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 281 Уголовного кодекса России «Приготовление к диверсии».